где конфеты? Спрошу у Паши, может, знает. Ты мне не веришь? Нет, конечно. Ну и ладно, не хочешь, не верь. Ой, ой, тепленькая пошла. Так, да что же это так дурно пахнет-то, а? Фу, вот тут запах сильнее. Ой, дышать невозможно. Ага, я, кажется, знаю, что это. Валера. Чего? Это что за запах у нас тут такой неприятный, м? Это не я, это все он. Ага. Ты лучше скажи, когда ты в последний раз мылся? Когда? В прошлом году. Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами будем купать Валеру. Мы будем делать мыло. Опять? Ага. Валера, я не хочу делать никакое медве-мыло. Можно не медве. Так, Валера, иди купайся. Итак, для приготовления нашего мыла мне нужна будет мыльная основа. И основа нужна прозрачная. Это... Чего опять? А конфеты будут? Конфеты есть вредно. Если скушать одну, то полезно. Еще нужна будет форма для нашего мыла и тарелочка. Так, порежем мыло на тонкие кусочки, чтобы оно быстрее плавилось. Эть, вот, надуй мне, пожалуйста, катер. Зачем? Как зачем? Чтобы я мог на нем плавать в ванной. Ладно, я пока это положу в тарелочку и надую Валере катер. Да, маленькому катеру нужен маленький насос. И самое главное, не перекачать его, чтобы катер не лопнул. А то знаю я Валеру, если лопнет, то все, конец света. Давай конфетку, ты лопнул мне катер. Я все слышу. Да знаю, у тебя уши большие и все слышишь. И не большие, а маленькие и красивенькие. Пожалуй, еще немножко отрежу нашей мыльной основы. Вот, теперь кастрюлька, немножко воды и поставлю на плиту закипать, а сверху наше мыло. Есть. И пока мыло плавится, я распечатаю картинку. Вот такую вот. Сейчас померяю по размеру, какая нам больше подойдет. Во, вот это подходит. Тоже мне от тебя плохо пахнет, Валера, иди помойся. А ты не нюхай меня и все. И вообще, может это мой природный запах. Может быть все желейные медведи пахнут именно так. Ребята, а как вы считаете, сколько раз в год должен мыться желейный медведь, а? Так, я сейчас аккуратненько вырежу наш логотипчик. Так вот. Угу, примеряем. О, по-моему, отлично. Ага, вот краник и нужно включить водичку. Так, сейчас я на нее напрыгну. Ой, Валерчик упал. Ой, тепленькая пошла. Так, наше мыло уже растаяло, и я пока уберу пенку. Угу. Так, возьму еще резиновую хваталку, а то это мыло очень горячее. Икс, еще разок сниму пену. И теперь буду заливать ее в форму. Так, сверху разместим наш логотип. Вот так вот. Есть. И пока наше мыло застывает, я еще разогрею нашу основу. Так, макака-подписака, шли мне воздушный поцелуйчик. Так, что за звуки? На эту мартышку нужно дунуть, и она пошлет воздушный поцелуйчик. Нет, надо сильнее. Еще сильнее. Ой. Валера! Это не я! А кто? Это вон, она! Ага, рассказывай! Ты мне не веришь? Нет, конечно! Ну и ладно, не хочешь, не верь! Так, пенку уберу и залью сверху вторым слоем. Все, пускай застывает. Валера, выходи! Нет! Ну, Валера, ну выходи! Нет, ты называешь меня вонючкой! Валера, я так про тебя не говорил, и я вот тебе даже купил специальный маяк для ванной. Зачем? Чтобы ты мог плавать на своем катере и не заблудиться. Во, посмотри, Валера, как он классно светится разными цветами. Покажи. На. Поближе. Ой, упал. И футболочку тоже хочу. Ладно, пойдем закажем тебе и футболочку. Красивую. Валера, да какую сам выберешь, то и закажем. Правда? О, я тогда сейчас себе выберу самую красивую-прекрасивую. Ой, ребята, а если вы тоже хотите себе футболочку, я ссылочку оставлю в описании. Все, Валера бежит принимать купательные процедуры. Цыпы, за мной! Ух тышка! Ой, вот это я понимаю. Тепло, уютно. Ой, сейчас бы еще конфетку съесть для полного счастья. Ну что, ребята, давайте посмотрим, какое мыло у меня получилось. Мыло получилось очень классное. Кому тоже нравится, жмите лайк. Понесу его Валерке. Валера! Где конфеты? И где печеньки, и зефирки? И мармеладки, и шоколадки, где конфеты? Спрошу у Паши, может, знает.
Эй, певец, тебе спинку потереть? Не надо, я сам. Ладно, как скажешь, вот тебе, кстати, мыло. Ух ты, оно прикольное получилось. Положи, пожалуйста, его там. Хорошо. Пока. Где конфеты? И где печеньки и зефирки? Ой, ребята, а если вы тоже любите купаться в ванной, то жмите лайк. И давайте наберем 100 тысяч лайков, а я пока пойду помоюсь.